Тенденция на омоложение – главный тренд этого года во всех политических структурах. «Единая Россия» – не исключение. Ведущая политическая партия страны растет год от года. В ряды Вологодского городского отделения единороссов вновь приняли 15 новых членов, средний возраст которых 32 года. Сегодня местное отделение насчитывает порядка 1200 партийцев. И это показатель доверия вологжан к политическому курсу, которому партия следует, и тем проектам, которые реализуются на Вологодчине. Очень приятно, отрадно то, что мы видим, в партию «Единая Россия» вступает молодежь. Более 50% наших коллег, которые сегодня получили билеты, в возрасте до 35 лет. Меня, например, это радует. Такая же тенденция у нас отмечается практически во всех местных отделениях партии. Предварительные итоги работы за год единороссы подвели на конференции городского отделения партии. В ней приняли участие как члены, так и сторонники партии. Кстати, число тех, кто разделяет взгляды единороссов, за два года увеличилось в 10 раз. Сейчас в рядах сторонников более 600 человек, которые активно проявляют себя в политике и общественной работе, в том числе в реализации партийных проектов. Самый глобальный – городская среда. На 265 миллионов рублей, выделенных из федерального, регионального и городского бюджетов, отремонтирован 51 двор и два общественных пространства – Ковыринский парк и площадь Чайковского. В ближайшие 5 лет проект будет продолжен. В Вологде на участие в нем подано более 300 заявок. За 14 дней депутаты, члены партии рядовые, руководители первичных отделений прошли все 328 дворовых территорий и заканчивают обход 25 общественных пространств. И выходили с той единственной целью, чтобы посмотреть, действительно ли нужен ремонт, а он, как правило, действительно нужен. Оценить, дать понять жителям, что мы в этом деле действительно участвуем, и ни на каком этапе мы их не оставим. Город детства, молодежные трудовые бригады, любимый воспитатель. Партия ведет целый ряд проектов в разных направлениях. Задел на будущее, новая разработка, презентованная на федеральном уровне. Театры детям. В Вологде проект будет координировать Юрий Сапожников. На развитие театров областной столицы из федерального бюджета направлено порядка 3 миллиона рублей. За два года эти средства помогут реализовать идеи Вологодского театра для детей и молодежи и театра «Кукол Теремок». Марина Березина, Михаил Протасов, Вологда РФ.